Законопроектная деятельность, капитальный ремонт школы и поддержка участников спецоперации. На очередном президиуме регионального отделения «Единой России» обсудили план работы фракции. Основная задача избранников народа – вникать во все проблемы. Глава региона Сергей Меликов поручил доработать план регионального отделения партии и отметил, на депутатский контроль необходимо поставить три программы. Одна из них – догазификация. Вторая по значимости – это программа по догазификации Российской Федерации. На съезде «Единой России», она была, эта программа провозглашена, Владимир Владимирович выступил как инициатор этой программы, а она на съезде в 2021 году, значит, она была озвучена и взята под реализацию, под контроль «Единой России». Сегодня политсовет «Единой России» Сагит Ахмед Салихович часто принимает участие в этих видеоконференциях, которые проводятся или Турчуком, или другими членами политсовета, да, значит, идет постоянный мониторинг реализации этой программы по догазификации. На президиуме было предложено провести акции, приуроченные к важным праздникам, уделять особое внимание необходимо ветеранам и семьям военнослужащих, которые выполняют свой долг на спецоперации. Нужно провести отдельную акцию, связанную с с Днем Победы. У нас ветеранов, к сожалению, становится все меньше и меньше, их очень мало осталось. Поэтому давайте мы эту акцию приурочим, в том числе, раз мы говорим о дне, ключевое слово «победы», да, приурочим в том числе к поддержке семей участников СВО. Это понятно? И второе – это 1 июня.